Всем привет! Почти две недели 81-летний режиссер боролся с ковидом, 5 июля его не стало. Несколько дней спустя Владимир Меньшов обрел свое последнее пристанище на Новодевичьем. Мы снимали это интервью в конце апреля. Я хотела, чтобы оно стало самым первым на моем канале в сентябре, не ожидая, что ему предстоит стать последним для папы, а премьеру этого фильма я перенесу на эту дату. Сегодня 9 дней, поделилась Меньшова в личном блоге. По признанию Юлии Владимировны, боль от потери родного человека с каждым днем становится все сильнее. Надеюсь, что этот фильм станет отчасти таким вот маршем в его честь. А печаль будет становиться все светлее. Жизнь папы продолжается. Теперь в нашей памяти, подчеркнула 51-летняя телеведущая. Владимир Валентинович так и не смог оценить конечный вариант фильма, где он с дочерью рассуждает о работе, жизни и таланте. Я не успела показать папе получившийся монтаж, потому что сначала мое его здоровье стало резко ухудшаться, и мы откладывали просмотр, я говорила, знаешь, получилось очень хорошо, папа улыбался, но отвечал, это мы посмотрим. Пап, надеюсь, ты смотришь свысока, отметила Меньшова. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.